Студия Softbox представляет, озвучивали Принц Лимон и Акуня. «Нет, господин Пак, что вы делаете?» «Нет, господин Пак!» «Зачем вы так с нами?» «Прошу вас, зачем вы это делаете?» «Заткнись!» «Господин!» «О, нет!» «Ты сволочь!» «Пожалуйста, помогите!» «Пожалуйста!» Брат, ты убил его. Джин Хо. Рад с вами познакомиться, я Ли Хавон из Чондо. Я девушка Ли Скунджута. Рад встрече. Я Ли Джин Хо, Хоя, рэпер из Чондо. Я хотел бы спеть песню собственного сочинения. Я хочу выступить для всех присутствующих сегодня судей. Рада с вами познакомиться. Ким Йон Ман, смотрю, ты наслаждаешься жизнью на мои денежки. Это что здесь, еда? Ли Джин Сан, давно не виделись. Беги, Джин Сан! Твою ж мать! Они так ноги переломают. Ли Джин Сан! Какого ты умчался? Вы в порядке? Вы ранены? Грязные лжецы! Как вы посмели обмануть нас? Что нам теперь делать? Выдайте нам этих воров! Верните нам наши деньги! Где ты был? Почему так долго? Где ты пропадал? Где эти гнусные мошенники? Приведите их сюда немедленно! Верните мои деньги! Верните деньги! Деньги верните! Верните! Верните назад мои деньги! Верните их назад! Среди жертв мошенников – офицер полиции. Недвижимость на 10 миллиардов вон. Комментарий жертв. Расследование полиции. Банда Ким Ли Гон из Кён Сан До. Жестокое расследование ввиду отсутствия доказательств. Вы были на скоростном шоссе в Сеуле. Зачем вы, добровольно приехав сюда, стали полицейским в нашем городке? Для чего это все? Я задал вопрос, где топор? Советую вам сотрудничать, пока я спрашиваю по-хорошему. Где топор? Свали с дороги, придурок! Где мои деньги, женщина?
Отвечай, где деньги? Мне нужны деньги, даже если он уже мертв. Кровавая ведьма. Эй! Отвечай, что ты будешь делать теперь? С меня довольно, прекращай истерику. Где родители Йонмана? Выйди и ударь меня, сопляк. Так или иначе, денег я его не получу. Я мог бы заработать деньги на свои игры. Давай, сделай это, засранец. Попробуй. Босс. Черт, он из ума выжил? Дьявол, как ты можешь так поступать со мной? Я хочу вернуть свои деньги. Мы о таком не договаривались. Даже если мы сбежим от всего этого, ни тебе, ни мне дома не обрадуются. У нас больше нет причин жить. Давай вместе покончим с этим. Давай покончим с этим! Умрем вместе! Джин-сан, давай со мной! Ты спятил? Сделай это вместе со мной! Ты хочешь умереть? Валяй! Ты тронувшийся подонок. Йонман покончил с собой или его убили? Понятия не имею. Кто-то сказал, что он сам спрыгнул с крыши. Другие говорят, что его столкнули. Как ни крути, плакали мои денежки. Иди сюда, давай выпьем. Позвольте мне налить вам. Где мы согрешили? Эти деньги прокляты, не думаешь? Выпей, малец. Не стоило резать свой живот. Я сделаю что угодно, чтобы рассчитаться с долгами брата. Пожалуйста, уходите сегодня. Дайте мне пару дней. Прошу прощения, я пойду в уборную и позже принесу вам еще выпить. А кто этот парень-то? Кажется, он брат Ким Йонмана. Правда? Тогда нужно не упустить шанс стрясти с него наши денежки. Не думаю, что у Йонмана есть братья или сестры. Он, по-моему, единственный ребенок в семье. Кто же этот парень? Кто он? Я скорее заберу деньги, чем оставлю их этим поганцам. Кто-то забрал деньги соболезнующих, пока они спали. Жена Ким Йонмана утверждает, что он был убит, поэтому она просит о расследовании этого дела. У нее есть причины для таких предположений. Охранник из здания напротив услышал чей-то спор и вышел посмотреть. Затем он нашел труп. Кто-то был на крыше. Вы, наконец, пришли домой. Разве это не тот парень, который был там после? Я спрашиваю тебя в последний раз. Это был ты или Джин-сан? Это был Джин-сан. У тебя есть алиби? Но... Я был дома у своей девушки. Проверьте камеры видеонаблюдения у дома. Это было твое последнее дело, и после ты должен был пойти своей дорогой. Ты был всего лишь их водителем. Йонман пообещал Джин-сану 45% их прибыли, но Йонман проиграл все деньги на скачках. Поэтому Джин-сан отчаянно искал Йонмана, чтобы вернуть свою долю. Это все, что тебе известно? Да. Ты получил причитающиеся себе деньги? Нет, я не получил ни воны. Вот прихло. Продолжишь врать, твоим пальчикам будет больно. Раздвинь пальцы. Так получил ты деньги или нет? Да, но только часть. Только часть получил. Ускоряюсь. Что? Пожалуйста, нет! Пожалуйста, нет! Да, я получил деньги! Получил. Следующий вопрос. Правда ли, что Йонман покончил с собой? Без понятия. Я не спрашиваю твое мнение, просто скажи правду. Был ли Джин-сан вместе с Йонманом на крыше? Да я правда без понятия. Прости, что задаем вопросы, на которых у тебя нет ответов. Может мне попробовать с закрытыми глазами? Но в самом деле, почему вы не открываете глаза? Хорошо, ваша взяла, я расскажу все, что знаю. Ладно. Перестаньте только. Он не отвечал на мои звонки, и я подумал, что он мог сменить номер. Да?
Нет, черт побери! Вернитесь на свои места. Эй, ты, Ли Жинхо! Выходи! Эй, Ли Хувон! Ли Хувон! Ли Хувон! Ты мелкий мошенник! Где он? Куда подевался этот засранец? Ты не знаешь, где он? Уверен, что не знаешь? Я закончил. Неправильно, паршивец. Что, хочешь бросить школу? Ли Джинхо, Ховон берет с тебя пример и прогуливает. Деревенщине вроде тебя не попасть на телевидение, ясно тебе? А сейчас иди отсюда. Ты снова провалил прослушивание? Не твое дело. Хорошо. Они сколько угодно могут насмехаться. Сколько им влезет. Просто иди за своей мечтой. Они не знают, насколько классным ты можешь быть. Даже не догадываются. Ты слышал о чуваке, который упал с крыши? Ходят слухи, что он не прыгнул, а его толкнули. Откуда ты знаешь? Мой старший брат так сказал. Он также сказал, что этот чувак имел определенную репутацию в Чондо. Он принадлежал к известной преступной банде из Кёнсандо. Вы когда-нибудь слышали о банде Ким Ли Гон? Ким Ли Гон? Никогда не слышал. Тот погибший парень Ким Ён Ман? У него было два названных брата, поклявшихся ему верности на крови. Как там его звали-то? Джен Сан. Кажется, его звали Ли Джен Сан. Другой названный брат в детстве часто бывал одержим духами. Но так как у него не было способности шамана, он поехал в Сеул, чтобы стать актером, но в конечном итоге присоединился к банде. Название банды — Ким Ли Гон. Был образован от их фамилий. В молодости они были бандитами в нашем городе. Ах да, вы знаете магазинчик рисовых пирожков Пака? Тот, что принадлежал сумасшедшей. У нее был сын. Знаете, как он умер? Слышал, кто-то проломил ему голову кирпичом. Вам жить надоело, тише. Где ты это слышал? Мой брат сказал. Так кто убил сына? Мои родители не сказали ничего, кроме того, что его голова была в жутком состоянии. Заткнитесь, хамы! Что? Отстань от меня, придурок! Алло? Ты кого-нибудь видишь? Кто рядом с тобой? Пап, ты со мной разговариваешь? Я на службе. Если у тебя так много свободного времени, то поймай этих мошенников и верни наши деньги. Я устала так жить. Дай мне немного времени, я его поймаю. Когда поймаешь его, не забудь сообщить мне. Я разрушу его семью до основания. Из-за него наша семья оказалась в аду. Око за око, зуб за зуб. Ты убедился, что рядом с Ханжу не ошиваются парни? Конечно. Ты сам там ошиваешься, да? Что вы, она моя двоюродная сестра, я бы не стал этого делать. Этот парень не приходил к Джинхо? Такая информация не мой профиль. А кто он? Просто позвони мне, если рядом с Джинхо кто-нибудь появится. Конечно, отец. Прекрати звать меня отцом. Да, тесть!
Мы тут уже с полдня торчим, может, хватит, а? Кроме того, не стоило использовать возможности участка в личных целях. Это работа. Брат Ли Джин Сана учится в этой школе. Правда? Почему ты идешь за мной? Ты тоже в меня втрескалась? Я живу вон в том доме. Если запала на меня, так и скажи. Ты как Мина из третьего класса. Там куча девчонок вроде тебя. Они встречаются? Ханжу не так уж проста. Он нравится девушкам, потому что умеет петь. Если он может стать певцом, то и я смогу. Да и я тоже могу им быть. Я неплохо танцую. Тогда покажи. Покажи мне, как ты танцуешь, мелкий паршивец. С чего это я должен? Достаточно. Вам бы лучше за языком своим последить. Yeah. Да. И все-таки, кто вы? Я? Старший брат Джин Хо. Я действительно хочу петь на сцене, Джин-сан! Ты хочешь быть певцом? Да, помоги мне им стать. Ты спятил? Как я могу с этим помочь? Я бог, по-твоему? Думаешь, я смогу исполнить все твои желания? И не зови меня по имени. Зови меня старшим братом, понял? Хорошо, старший брат. Поэтому я прошу тебя позволить мне перевестись в школу в Сеуле. Если нет, то я брошу школу. Прекрати чушь нести. Где твой отец? Не знаю, он не часто появляется дома. Почему? Мне откуда знать? Может, он тебе изменяет? Что ты там несешь? Мама, Хён Джин переехала в Янпхён. В Янпхён? Значит, она переехала к родственникам мужа. Да, на прошлой неделе. Почему? Их домовладелец удвоил плату за проживание. Что? Как таких бессовестных только земля носит? Мама. Да. Я уже говорил, не могла бы ты арендовать для меня студию в Сеуле, а? Я не могу себе этого позволить. Из-за работы ты стерла пальцы до костей, но даже студию не можешь снять. Найди новую работу. Это единственное, чем я могу зарабатывать на жизнь. Черт. Хочешь сказать, я останусь в этой дыре навеки? Джин Хо, что на тебя нашло сегодня? Джин Хо? Джин Хо! Ты всегда начинаешь буянить, когда напьешься. Ты что, тронулся, а? Иди в больницу. Ты сводишь меня с ума. Это просто болезнь какая-то. Напьешься и сразу врубаешься. Этот парень что, сумасшедший?
Прошу внимания. Как вы знаете, один из наших ребят попал в аварию, и нам нужна замена. Я знаю, что все нервничают. Просто покажите, что вы для нас подготовили. Я лучший. Я справлюсь. Я лучший. Я лучше всех. Я Ли Джинхо. Ты стоишь слишком близко, не мог бы ты отойти? Боже. Споешь для нас? Что мне спеть? Ты пришел неподготовленным? Я готовился, честно говоря, я подготовил 3 номера. Танец, баллада и поп-песня. Что бы вы предпочли? Зачитай мне рэп. У тебя должно получиться. Я подготовил фристайл. Йо! Тарап! Не имя Джинхо! Нега йо унгэнэн... Симсайон бундэкэнэн... Чэгшино! Чэгэ чё аадэрантэнэн... Чэгшино! Битва милдан харэн на... Хипхоп милдан на... Нэй мушиан... Сэнсэн гацэн номдэрэн та дэкко... Унэйдо бамсэкко... Бамсэчэ... Нэ бода сэн сарам... Сольчики чунна манчэйван... Бамангази анко... Чигумутэ ёги нэ будэ... И сарамдэрэн та гвангэ... Стоп! Скажи... Ты танцуешь? Да, конечно. Станцевать? Но не как сейчас. Можешь что-нибудь другое? Хип-хоп, например? Конечно, я попробую. Знаешь, в чем твоя проблема? Что? Во-первых, ты должен избавиться от этого акцента. Да. Не опаздывай. Жду тебя в 16:00 через 2 недели. Что? Не собираешься на второе прослушивание? Второй тур? Сегодня ты прошел, в следующий раз подготовь рэп. Спасибо. Огромное вам спасибо. Спасибо. Не знаю, как вас отблагодарить. Спасибо. Просто иди уже, там огромная толпа ждет своей очереди. Да, спасибо. 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 Большое спасибо. Спасибо. Вторая улица, Госсурей, 22, квартира 202. Жду тебя там. Что тут делать? Если вам нравится квартира, ключи можете получить сейчас же. Смотрите, она новая, чистая. Смотрите внимательнее. Вы кто? Привет, братишка! Не поздороваешься со своим старшим братом? Только посмотрите, совсем вырос. Дай-ка я тебя потрогаю, да посмотрю, насколько ты вырос, а? Эй, Ли Джинхо! Что они вытворяют, а? Чувак, ты быстрый. Иди к черту! Не приближайся. Я сказал, не приближайся!
Вау! Заговорил со мной спустя 9 лет. Не тронь меня, подонок! Джинхо, так ты скоро будешь побеждать меня в драках? Чтоб тебя, брат, моя нога! Ты грязный убийца. Ли Джинхо. Привет. Ты здесь? Здравствуйте. Чёртовы игрушки. Эй, будь осторожней. Проходи, Джинхо. Здравствуйте. Смотрю, ты совсем вырос. Давно не виделись. Как поживаете? Слишком громко для тебя, да? Тут ничего не поделаешь, нас так много. Привет, Джинхо. Ты так вырос. Добро пожаловать в наш дом. Джинхо, иди позавтракай. Да. Как раз вовремя. Скоро я буду участвовать в кулинарном соревновании. Можешь попробовать мою готовку? Почему-то больше никто не хочет пробовать. Опа, совсем не понимаешь, почему? Ты готовишь только одну курицу. Даже собаке это осточертело бы. Сиди, ведьма. Прекратите, забыли, что Джинхо здесь, а? Следите за языком. Идем, позавтракай со мной. Мама. Да? Что будем делать на день рождения Шихён? Может мне заказать столик? А мы не можем просто дома отметить, а? Мы только день рождения Вон Кён отпраздновали. Он прав. Родственникам будет сложно снова дарить подарки. Хеджин, дорогая, твои родители придут на этот раз, а? Я их еще не спрашивала. Уверен, они придут. Дорогая, твой брат будет оставаться здесь каждые выходные? Думаю, да, у него много прослушиваний. Он снова провалил свое последнее прослушивание? Да? Сколько раз он уже ходил, а сколько можно? Черт, надо было выбрать карьеру певца. Ты не справишься, не с твоим лицом. А что с ним не так? Посмотри, моя линия челюсти на экране смотрелась бы просто идеально. Не каждому дано быть певцом. Один раз провалился, не видать тебе больше успеха. Он должен знать меру. Прекрати, мама. Разве я ошибаюсь? Хеджин, он ведь твой брат. Ты должна убедить его бросить это и сконцентрироваться на учебе. Разве я не права? Может, перестанешь, он услышит тебя. Да ладно? Входящий вызов, незнакомый номер. Довольно интересный материальчик у тебя. Кстати, отец. Да? Думаю, ты должен приглядеть за Ханжу. Этот прохвост Ли Джинхо, похоже, запал на нее. Следует за ней везде, как собака. Иди-ка сюда. Следи за своим языком, когда говоришь о моей дочери. Это сводит меня с ума. Послушайте, разве мы не должны были подписать контракт? Алло. Алло, Хеджин. Это ты, Джин-сан? Ты где? Идиот. Джин-сан. Да, я здесь. Где ты сейчас? Джин-сан. Джин-сан. Эй, простите. Вы собираетесь платить или нет, а? Что вы творите? Скажите что-нибудь. Эй. 202-я квартира открыта, но кажется, она пустая. Что? Что там насчет 202-й? Ли Чжэнсан! Босс! Босс!
Джейн-сан! Хорошо выглядишь, наверное, неплохо устроился. Молодец. Ешь и наслаждайся жизнью, пока можешь. И не попадайся мне на глаза. До тех пор, пока... Но мне вот что интересно. Ты из-за смерти Йонмана в ответе? Ты втрескалась в Ли Джин-хо? Ты что, следил за мной? Откуда ты знаешь про Джин-хо? Если это правда, то брось его. Это человек, выудивший у нас все деньги. Он старший брат Ли Джин-хо. Раскрыта афера с недвижимостью на сумму в 10 миллиардов вон. Ты грязный убийца. Я сказал, не приближайся! Джин-сан... Когда ты уже разберешься со своими делами? У нас с мамой лишь одно маленькое желание. Только одно. Все, чего мы хотим, это чтобы вся наша семья собралась за одним столом. Почему для нас это так сложно? Ну почему? Почему? Пересолено? Никто не готовит куриный суп так, как это делает моя сестра. Вот чего я так хотел. Именно этого. Я просто не могу наесться. Не стоило приносить нам столько подарков. Я его приготовил. Я дома. Мой дорогой братик дома. Убирайся отсюда сейчас же. Ты что здесь делаешь? Я хочу быть с тобой. Кончай нести чушь и проваливай, быстро! Разве ты... больше не ходишь в школу? Это не твое дело. Джин-хо. Джин-хо. Что скажешь? Я могу арендовать небольшую студию в Сеуле. С чего ты взял, что я останусь с тобой? Тогда забудь. Просыпайся! Вставай или опоздаешь! Что? Если хочешь здесь остаться, то это обойдется в 300 тысяч вон в месяц. Ты должен платить и за Джин-хо тоже. Убедись, что заплатишь мне 600 тысяч к концу месяца. Если ты задумал еще одну аферу, то нас с мамой больше не увидишь, понял? Знаешь китайский ресторанчик на перекрестке? Вот ключ от мотоцикла. Будешь работать там курьером с 9 утра до 4 часов вечера. Знаешь китайский ресторанчик Нане через улицу?
Будешь заниматься у них доставкой с 4 вечера до 2 ночи. Не пойми меня неправильно, я не давлю на тебя из-за расходов. Я просто не хочу, чтобы родственники мужа плохо тебе думали из-за твоего прошлого. Надеюсь, ты ни во что снова не ввязался. Нет, конечно. Значит, ты приехал, потому что соскучился по мне? Вон Гён, послушаешь мой рэп? С его рэпом настолько все плохо? Алло. Слышала, ты прошел прослушивание. Поздравляю. Кто это? Че Ханжу. Слышала, ты сейчас в Сеуле. Я тоже здесь. Навещаю маму. Ясно. Когда второй тур? На следующей неделе. А почему ты спрашиваешь? Да так, просто. Дай мне знать, если тебе понадобится моя помощь. Кстати, мой кузен недавно открыл звукозаписывающую студию. Понятно. Давай встретимся, как будет время. Поедим чего-нибудь. Хорошо. Кстати, Ли Джинхо, у тебя есть старший брат, не так ли? Старший брат? Нет, нету. Вот как? Значит, другие неправильно поняли. Ну, ты бываешь в Каннаме? Я сейчас там. Неважно, просто знай, что я здесь. Еще созвонимся. Ханжу. Да? Могу я попросить тебя об одолжении? У вашей дочери будет больше шансов выйти замуж за человека из высшего общества, если она станет певицей. Всего лишь за 400 миллионов вон я сделаю из нее самую знаменитую певицу Кореи. Даже если и так, не лучше ли стать врачом, а не певицей? Мы семья врачей! Небеса предназначили ей не такую судьбу. Если вы заставите ее стать врачом, она будет обречена умереть старой девой. Вот как? Говорю вам. Это наш турменеджер. А, да! Посмотрите сюда. Статья 2, параграф 3. Написание текстов песен, сочинения. Рассказы, романы. Госпожа, как только вы это подпишете, то оформите дарственную на здание. Госпожа Хван. Госпожа Хван. Госпожа Хван. Госпожа Хван. Черт. Что ты сделал? Зачем разрушил мою аферу? Зачем ты это делаешь? Господи. Разве это не ты сбежал, желая разорвать все связи? Чанбон. Ты можешь помочь Джинхо найти агентство? Твоему младшему брату? Он все еще бегает на прослушивание? Посмотрим, что я смогу сделать.
Думаю, 350 миллионов сделают это. Мне еще нужно будет на него посмотреть. Но уверен, я смогу все устроить. В чем дело? Слишком дорого? Тогда как насчет 290 миллионов? Чанбон. В последнее время я стал таким забывчивым. Что за вредная привычка у тебя была? Надо бы вспомнить. Верно. Будь то моя плохая привычка или твоя, это всего лишь кучка дерьма. Прошло столько времени с нашей последней встречи. Я правда не хотел поднимать этот вопрос, но... Касательно смерти Йонмана. Ты с этим стоял? Куда ты уходишь, Ли Джин-сан? Эй! Эй, Ли Джин-сан! Куда ты уходишь? У меня подработка. Что? Всемогущий Ли Джин-сан работает на полставки? Хочешь, чтобы я нашел тебе нормальную работу? Да чтоб тебя. Алло, Чанбон? Кто это? Как поживаешь? Прекрасно поживаю, а вы кто? Это я, Чведон Паль. Кто? Передай телефон Джин-сану, он не отвечает на мои звонки. Джин-сану? Я не знаю, где он, давно его не видел. Ты его единственный друг в Сеуле. Да, у него тут полно знакомых, помимо меня. Здесь его сестра с мужем. Кстати, его сестра переехала. Какой у нее адрес? Алло. Алло, детектив Чве? Алло, эй. Алло. Зуб даю, он с ним уже встречался. Идем со мной. Уже? Идем со мной, если не хочешь завалить свое второе прослушивание. Здравствуйте, продюсер О. Как вы поживаете? Да, здравствуйте. Это господин Пак, мой президент. Ты устроился в новую компанию? Да, господин, пожалуйста, поддержите нас. Пожалуйста, поддержите нас. Рад встрече. Я Пак Дон Сок из Raisin Entertainment. Отличненько. Певцы? Ты открыл свое агентство? Да, господин О. Поддержите нас, пожалуйста. А что насчет актерства? Я совмещаю работу. Но управление — это мое. Займись основным делом, парень. Хо-Чан. Это то, над чем я сейчас работаю. Правда? Я этого не знал. Мы ждем возможности поработать с вами. Конечно. До свидания, господин. Увидимся. Мы певцы. Где завтра встречаемся? Ханжо. Приходи в студию к трем. Ты произвел хорошее впечатление на Джусока. Он сказал, что поможете с подготовкой к прослушиванию. Правда?
У Шанели вышла новинка. Она крутая. Прям как я, такая симпатичная. Купишь мне? Что? Курьер? Бедняжка, как ты дошел до такого жалкого существования? В ее семье полный бардак. Я же говорила, что он убийца, убийца! Давай я. У тебя неуклюжие движения. Так жаль, Джинхо словно проклят. Хочешь, чтобы я помог? Эй, курьер, разве ты не прекрасен? Что такое? Скажи что-нибудь, раз позвонил. Боюсь, эта простуда заразна. Ханжу, я жду тебя у студии звукозаписи. Есть короткий путь, но ты настаиваешь на длинном. Пожалуйста, дайте мне еще немножко времени. Мы говорим о большой сумме денег. Мне нужно время, чтобы собрать эти деньги. В таком случае 2 недели. Хорошо. Я свяжусь с вами, как буду готов. Эй, подвези Джинхо! Если он опоздает, то провалит прослушивание! Он справится. Маленький гаденыш. Эй, твой телефон! Спасибо. Алло? Нет, я пока не нашла его. Кстати, пап, а Ли Джин Сан и правда родной брат Джинхо? Но они не похожи друг на друга. Ты хочешь стать певцом? Так ты забудешься о своем голосе. Уходи. Извините. Достаточно. Проваливай. Извините меня. Позвольте снова попробовать. Здравствуйте, господин О. Извините, я провожу прослушивание. Как насчет $500,000?
Джинхо! Ты смеешься надо мной? Люди мне предлагают 1,5 миллиона долларов. Я доверяю Хо-Чану, поэтому обещал помочь тебе. Жду тебя до сих пор. Вы кто? Дай парню еще один шанс. Алло, позволь парню пройти прослушивание. Что? Господин Пак! Алло, я не это имел в виду, господин О. Мы получим деньги, как только они появятся на телевидении. Поэтому послушайте. Как я и говорил, господин О. Нет, я не из таких людей. Слушай! Нет, конечно, я не забуду все, что вы мне говорили. Эй! Отвали от меня, засранец! Что? Ты только что сказал мне отвалить? Алло, господин О, вы неправильно меня поняли. Это недоразумение. Да, я сейчас на прослушивании, и какой-то сумасшедший крутится вокруг меня. Эй! Матерь Божья! Какого черта? Черт. Тварь, ты хоть понимаешь, что ты сейчас натворил, а? Ты хоть понимаешь? Осознаешь, что сделал? Я заплачу за ваш телефон. Заплатишь мне? Пожалуйста, позвольте моему брату пройти прослушивание еще раз. Как же достал. Засранец, как ты компенсируешь мне то, чего я лишился сейчас? Твоя выходка стоила мне целого шоу, на которое я потратил 1 миллион! А ты хочешь заплатить за этот сраный телефон? Ты кто такой, а? Отвечай, ты кто такой, а? Какого хрена ты мне все испортил, чертов придурок? Головорез проклятый. Свали к чертям. Босс. К чертям. Ловите его, быстро. В чем дело? Господи, что происходит? Кинан, ты с ума сошел? Какого черта ты творишь? Боже, одевайся. Мама. Хэджин, а мальчик мой, Хэджин. Ты не поможешь Кинаму дойти до комнаты? Чего ты ждешь? Эй, ты не слышишь меня? Да что с тобой не так? Боже мой, ну чего расшумелись? Что опять? Брат, ты снова напился? Как ты смеешь повышать на меня голос? Смею. Ты бесполезный кусок дерьма. Работу искать не собираешься? Всю жизнь лодырем будешь? Бесполезное ты отродье! У тебя какие-то проблемы? Убирайся! Хэджин, скорее, помоги брату! Как ты смеешь повышать голос на свою невестку? Кинам, почему нельзя просто лечь спать, если напился, а? Он всегда так себя ведет! Проваливайте из этого дома. Как ты смеешь дерзить мне перед моей женой и ее братом? Ты кусок тухлятины! Кинам, Кинам, как ты можешь бить свою сестру? Как можешь говорить ей такое, а? Мама, тебе тоже нужно убраться из этого дома вместе с ними. Что? Дьявол, я просто хочу, чтобы все отсюда убрались. Моя жена твоя рабыня? Думаешь, что моя жена твоя чертова служанка? Кем ты себя возомнил? Как ты посмел прийти домой пьяным и вести себя с семьей, как отморозок? Это ведьма! Мама! Отпусти! Мама, не надо! Что? Что? Что ты сказала моему сыну? Рассказывай! Что ты такого сказала, что он гонит меня из дома? Что? Ну? Ты сказала ему выгнать меня, да? Это ты сказала ему, что он выгнал меня? Мама, не надо! Несчастная я! Хеджин,
Малыш плачет. Куда ты собралась? Милая. Не трогай меня своими грязными руками. Что? Что ты только что сказала своему мужу? Грязные руки? Почему это не грязные? Свои сначала помой, как ты смеешь говорить, что у него грязные руки? Давай, повтори еще раз, давай! Он изменяет своей жене. Он касался других женщин этими руками. Не считаете, что его руки грязные? Ты изменяешь жене? Какого ж ты? Мама, не надо! Мама, прекрати! Ты из ума выжил? Да как ты посмел? Скотина! Мама, он сильно пьян, не надо! Да как ты мог так поступить? Как ты посмел изменять своей жене? Мама, ты завел любовницу на работе, а? Как и твой папаша, да? Да зачем, жалкий ты говнюк? Мама! Кто эта шлюха? Мама, успокойся! Мама, успокойся! Я убью тебя, а потом себя! Пойдем со мной, ну же! Отец, останови ее! Вот черт! Ешь свою лапшу, сосунок. Ты сможешь стать певцом с такими ушами? Может быть, сделать пластическую операцию? Не нужно ничего делать, занимайся своим делом. Не нужно ничего делать, занимайся своим делом. Упрямый какой. Хеджин, не надо уж так сильно ненавидеть Кинама. Я знаю, что несмотря на его поведение, он тебя сильно любит. Он просто ошибся, так бывает. У него постоянные стрессы дома и на работе. Будь ты на его месте, то, может быть, еще раньше изменила. Ты все еще куришь? Прояви волю и поднапрягись. Тебе же всегда удавалось собраться с силами. Спасибо. За что? Последние 3 года я жила в аду. Нужно было уйти раньше. Давно надо было уйти. Ты врала сама себе. Ты волновалась о своих детях, о муже. Ты даже не спала по-человечески. Джин-сан, я хочу попросить
прощения. За всю семью. Спасибо за все. Мы любим тебя. Что это с тобой? О чем ты? За что ты извиняешься? Посмотри, каким ты стал красавчиком. Я и не понимала этого, пока не рассмотрела тебя. Хватит, давай без рук. За что ты извиняешься? Перестань! Ты не слышишь меня? Я же сказал, прекрати. Дай мне поближе рассмотреть тебя. Итак, твои парни готовы? Я хочу посмотреть на них на следующей неделе. Как только шар покатится, все находящееся на его пути упадет само по себе. Все сложится просто замечательно. Дорогая, мне жаль, обещаю, подобное больше не повторится. Засранец, ты должен был написать это раньше. Вставай! Быстрее вставай! Вот этот примерь. Что ты делаешь? Иди примерь просто. Твой муж и дальше будет бегать на сторону, если ты не будешь за собой следить. Быстрее давай. Босс! Вы заложили здание, чтобы получить 500 000? Только не говорите, что использовали те деньги. Просто закрой глаза на это. Последние 6 лет мы делали все, что в наших силах. Это не оправдывает ваш поступок, Хо-Чан! Это наш последний шанс. Если Роуд Кинг не станут успешными, тогда я не знаю, что с собой сделаю. Прослушивание прошли более 1200 парней, как только получилось, что никто из них не подошел. Босс, у меня есть один парень на примете. Что думаешь? Круто, да? Убедитесь, что все на своих местах. Разберитесь со всем.
Посмотрите, как я это делаю. Хорошо. 1, 2. Действительно круто. Вот так? Да, правильно. Да, мне нравится. Ты должен делать это рывком. Попробуй. Поворот. Это наш бюджет. Следите за моими движениями. 1, 2, 3. Дальше. Прыжок. Прыжок. Обрати внимание на свое выражение лица. Да. Все сходится. Но Джин Хо выглядит деревенщиной. Один, два, три. Здравствуйте. Мы R-O-A-D-K, Road King. Входящий звонок. Папа. Что? Что значит где? Дома, конечно. И где у нас теперь дом? Папа. Здравствуйте. Мы R-O-A-D-K, Road King. Ли Джин Хо. Папа, давай поговорим снаружи. Ли Джин Хо. Где твой брат? У меня его нет. Не пари чушь, малец! Тебе лучше сказать по-хорошему, пока я добрый. Где твой брат? Послушай-ка, если я не смогу поймать твоего брата, я приду за тобой вместо него. Ты же у нас певец. Хочешь появиться в 9-часовых новостях? Папа! Помочь я тебе не могу, но уничтожить, пожалуйста. Что происходит тут? Я расследую убийство. Мне птичка напела, что брат подозреваемого здесь. То же самое касается вас, ребята. Меня не волнует, кто вы. Пока вы с Джин Хо можете попрощаться со своей карьерой. Вы чем заняты? Не собираетесь готовиться? Вы забыли, что у нас после полудня программа? Эли Джин Хо, ты куда намылился? Ханчжу, только не говори мне, что ты... Тебе обязательно было это делать? Мошенник его брат, так почему все шишки сыпятся на Джин Хо? Ханчжу. Папа! Если я снова увижу тебя рядом с ним, я сделаю так, что он никогда в жизни не станет певцом. Поднимайся, лентяй. Шевелись.
Шинхо? Пожалуйста, просто исчезни. О чем ты говоришь? Оставь нас в покое, будь ты проклят! Что происходит? Оставь нас в покое. Что? Продюсер О Джин Гук мертв для этой индустрии. Я новый продюсер, проекта «Мы певцы». А, здравствуйте. Я слышал от приятеля, что новая группа под названием Road King, или как-то там ее дебютирует на этом шоу. Это вы, ребятки, Road King? Да, два, три. Здравствуйте, мы. R-O-D. Road King. Вы ведь не давали взяток тому парню? Мы еще не вычислили всех. Дававшие взятки могут сказать спасибо этому негодяю. Из-за него они уже разрезаны на мелкие кусочки. Надеюсь, вы не один из них. Но я... Ты, должно быть, шутишь? Эй, я ведь дал тебе денег! Как ты мог нас кинуть? Если этого мошенника не поймают, мы сможем дебютировать? И что с нами будет? Придется начинать сначала. Что еще остается? Мы поймаем этого гада. Сами. Где ты? Какая разница? Давай встретимся. Ты же просил оставить нас в покое. Скажи мне, зачем нам встречаться? Скажи мне, где сейчас Ли Джинхо? Он рядом с университетом Хоник. Так это О Джин Гук? Да. Не выходи, дождись моего ухода. Хорошо? Ли Джин-сан! Остановись, ты мелкая крыса! Отцепись, дай мне уйти! Дай уйти! Пусти! Ли Джин-сан! Стой на месте! Ли Джин-сан! Стой там! Иди. Быстрее беги. Ли Джин-сан. Иди сюда, мелкий крысёныш. Иди сюда, поганец. Остановись, придурок!
Стой! Ты мелкий ублюдок! Может ли с тобой полумертвым стать все еще хуже, а? Лучше бы ты просто умер, тогда мы хотя бы страховку получили. Скажи хоть что-нибудь, с Артом-то все в порядке. Мы не можем даже воспользоваться страховкой. Тебя не волнует, что случится со мной, Ханжу, да? Мы не можем жить как на вулкане. Входящий звонок, Джин-сан. Ты напугал меня, Чанбон. Что это? Кто этот мерзкий подонок? Это не тот известный в сети продюсер. Это для твоего брата? Мне казалось, что ты завязал. Ах, это братская любовь, глупость какая. Вот бы моя мама наградила меня братом вроде тебя. Погоди, для этого нужен отец. Как ты собираешься заманить этого субъекта в ловушку? А вот и он. А давайте снимем кино. Простая короткометражка. Он на грани увольнения. Уверен, он клюнет. 10 лет в тюрьме позволят ему сполна оценить всю боль жертв. Верно. Мы знаем это не понаслышке. Давайте запросим наших актеров. Это все, что у тебя есть? Для таких идиотов, как он, женщины – это гибель. А деньги – гибель для жадного человека. Знаешь что? Много вип-персон работают в индустрии развлечений. Именно поэтому я здесь. Знаешь TAP Entertainment? Недавно они провели слияние с японской компанией. Конечно, это следующее по величине агентство после SN Entertainment. Я слышала, TAP станет государственной компанией в следующем месяце. Пожалуйста, входите, господин. Как насчет озабоченных и жадных тупиц? Тем лучше. Он заглотил наживку. Вот оно. Ты что сейчас видишь? Это наш контракт с продюсером Оджингуком. Он сядет здесь. Это все те шоу, которые он спродюсировал. Все места заняты. За исключением одного. Для подписания контракта нам нужен кто-то вроде госпожи Пак. $1 миллион. Кто хочет кусочек от этого пирога? Она повернет на 45 градусов вправо. Окей. Госпожа Хван? О, приветствую, продюсер О! Здравствуйте, продюсер О! Здравствуйте. О мой бог! Это такая честь встретить вас. Я так занят. Это моя доченька. Здравствуйте. Мы надеемся на вас. Да-да. А еще... всего лишь небольшой презент.
Деньги? Он не доверяет всяким банкам. Поэтому хранит все дома. И всегда выходит из дому с пустыми руками. Да, здравствуйте, спасибо за вашу работу. Я хотел бы сообщить в полицию. Да. Как идут дела? Ты ел сегодня? Ты поймал этого мерзавца? Скоро, мы почти у цели. А что насчет денег? Ты сможешь вернуть деньги нашего директора? Ну, мерзавца поймать можно. Но гарантировать возврат денег нельзя. С тобой было так же? Тебя арестовали из этих подонков? Но деньги не вернули, да? Спасибо. Что ловишь этого мерзавца ради меня? Но поймаешь ты его, и что? Все равно он всего лишь мусор. Не забывай поесть. Я... позвоню тебе позже. Вы же меня знаете, да? Что происходит? Давайте поговорим спокойно, офицер! Господин Джингук, вы арестованы за хищение капитала компании. Куда делся чертов Чанбон? О Джингук проведет ближайшие 10 лет своей жизни в тюрьме. Что? Я попросил повесить на него домогательство к несовершеннолетней. Она учится на актрису. Ее игра растрогает до слез любого. Он снял с меня одежду! Ты... ты кто такая? Я правда не делал этого! Я христианин! Стойте, детектив! Девушка! Девушка! Спасибо, Хённим. Но мы нашли у этого мерзавца не так много денег, как я ожидал. Интересно, он успел их потратить? Какой код на чемодане? Откуда я знаю? Хёним. Что? Полные тебе тарелки. И спокойной жизни. Почему я не могу получить свою компенсацию? Я что, балду там гонял, что ли? Просто так тратил? Я ведь гонялся с этим придурком. Разве это я говорил тебе гоняться за ним? Вот ведь, там ведь 204 тысячи вон, что мне делать? Алло. О, детектив Чве. Почему бы нам не встретиться? Ханжу, буду ждать тебя рядом со студией, пока ты не приедешь. Даже если ты злишься, перезвони мне. Я хочу встретиться с твоим братом. Ли Джинсан, ты арестован за убийство Ким Йонмана. У вас есть доказательства? Не переживай. Даже если нет, я создам их для тебя.
Папа, ты сейчас где? Тесть и теща будут с минуты на минуту, приходи скорее. Да. Он сказал, скоро будет. Хорошо. Хэджин. Матушка. Здравствуй, Кинам. Мы сильно припозднились? Нет, мы еще только на стол накрываем. Боже, сватья Ли! Боже мой, проходите. Добрый вечер. Я уж думал, что вы не найдете времени приехать. Здравствуйте. Присаживайтесь. Не нужно было так тратиться, присаживайтесь. Их еще нет. Будут чуть позже. Вот как. Почему ты не брал трубку? Был в репетиционной, не слышал. Боже, Джинхо, сынок! Сынок, Джинхо, как поживаешь? Боже! Папа! Посмотрите только, как исхудал! Боже, ну что с твоими руками-то? Так трудно быть певцом, да? Мама. Мама. Да, что, сынок? Я снова провалился. Провалился, как обычно. Но... впервые я зашел так далеко. Только... теперь... я не справлюсь в одиночку. Все в порядке, сынок. А вы кто? Здравствуйте. Я одноклассница Джинхо, Чвеханджу. Понятно. Тогда проходи. Да. Не переживай, за мошенничество дают 3 года. Вместе с убийством потянет лет на 10. Ты не приедешь, мама с папой уже здесь. Джин-сан, ты где? Джинхо тоже тебя ждет. Понятно. Что? Хёним, все подтвердилось. Я проверил все записи с камер наблюдения. Смерть Ким Ён Мана действительно суицид. Ли Джин Сан стоял от него в нескольких метрах, когда тот прыгнул. В этом нет его вины. Джин Хо тоже тебя ждет. Хёним. У нас с тобой одни родители, что ли? Не называй меня так. У меня есть только одна просьба, Хёним. Я сказал, не называй меня так, подонок. У вас есть младший брат? Пожалуйста, угощайтесь. Такой богатый стол. Значит, ты подруга нашего Джинхо? Такая красавица. Спасибо, но мама Джинхо еще красивее меня. Неужели? Да. У вас хорошая кожа, прям сияет. Всем добрый вечер. Почему лица такие кислые? Кто-то умер? Пришел. Да. Да сколько уже прошло с тех пор, как мы собирались все вместе? Следи за языком перед роднёй. Да, сэр. Ну и чем ты занимался? Я ведь говорил уже. Нашел работу в маленькой компании. И где эта компания? Довольно далеко отсюда. И насколько же она далеко? К чему столько вопросов? Ах ты паршивец. По-прежнему только врать и умеешь. Продолжаешь обирать невинных людей? Я же говорил, что нет. Извините, начальник. Давайте ужинать. Да-да-да. Начальник отдела. Папа! Папа? А, очень уж он похож на моего отца. Здравствуйте, господин. Да, люди часто меня путают со своим отцом. Вы тоже похожи на чью-то дочь, верно? У вас есть отец, да? Проходите, проходите. Да. Это сотрудник моей новой компании. Мы работаем в одном отделе. Очень хороший малый. Хороший малый ЧВНБ. Приятно познакомиться. Ну ладно, присаживайтесь. Верно.
Позвольте налить вам, господин менеджер. Да-да-да, спасибо. И мне немного, конечно. Мы вообще-то собирались в командировку в Китай, но начальник настоял на том, чтобы заехать и отдать подарки. Он так любит свою семью, что можно только гордиться. Все время только семье говорит. Выпьем. Дай-ка угадаю. Этот славный малый такой же мошенник, да? Мошенник? Вы все еще не бросили свои грязные делишки? Папа! Ах ты жалкий преступник! Когда ты уже исправишься? Папа! Что? Папа, пошли. Нам надо поговорить. Пусти! Пошли со мной! Папа! Что? Папа, ты не имеешь права осуждать или ругать Джинсана! Не имеешь! Ни слова не говори! Почему это? Я как-то не так с ним обошелся? Да! Именно так и есть! Ты никогда не отплатишь ему за то, что он сделал ради тебя 20 лет назад. Никогда. Оплатить? Я ему задолжал? Ты серьезно? Совсем не помнишь? Про мистера Пака? Пак? Мистер Пак из магазина рисовых пирожков! Прошу вас, не надо! И мама... И Джин-Хо, и ты! Неужели никто из вас не помнит о случившемся? Как именно умер мистер Пак? Мы все преступники! Мы позволили Джин-Сану взять вину на себя! Но мы все знаем, и даже зная, никто не спросил у Джинсана, в порядке ли он. Все это из-за тебя. Ты в этом виноват. О чем ты говоришь? Поэтому у тебя нет никакого права винить его. Он всю жизнь живет под гнетом этой вины. А сейчас он, наконец, смог вернуться к нам. Он вернулся. Но если ты дальше будешь напоминать о его проступках, мы можем никогда, никогда его больше не увидеть. Я скоро вернусь. Подождите немного. Не обламывайте всем веселье. Что бы ни случилось, как бы ты меня ни отталкивал, я буду твоим братом. Маленький засранец. Да, конечно. Спасибо, Хёни. Пожалуйста, накормите его горячим ужином.
Чин-сан! 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 Папа, не надо так с Джин-саном. Я хочу попросить прощения за всю нашу семью. Спасибо тебе за все. Мы любим тебя. Хёним. Что? Я люблю вас, Хёним. Эй, Ли Чжин-сан! Ли Чжин-сан! Эй, Ли Чжин-сан! Ли Чжин-сан! Ли Чжин-сан! Спасибо за ваше трудолюбие. Доставка еды! Кто заказал доставку в такое время? Ладно. Поедим и закончим сборы. Гонконгские закуски. Сеул, район Каннам, улица Таран. Можете сделать Джин-хо лидером? Эй, лидер! Да, директор. Я думаю... Твой старший брат – подарок, посланный нам небесами. Если бы только он нашел для нас машину получше. Но все же, что нам делать? Правда, отправим только четверых? Чанук отказался вчера. Сказал, что подписал контракт с YD Entertainment. Ребята, может, знаете кого, кто хорошо танцует? На. Это токпоки. В расчете? Это отдай маме. Это последнее желание вашего отца, которое он просил передать. Что это? Знакомый папы дал. Долговая расписка на сумму 230 тысяч долларов. Ли Чжин-сан обязуется выплатить 3 частями свой долг с надбавкой в 30%. Чжин-сан, иди сюда! Ты свихнулся? Для чего теперь жить? Давай умрем вместе! Послушай! Не живи так, как я. Алло? Да, конечно. Они будут главными звездами? Эй, Ли Хо Вон, да? Ли Чжин-хо. Спасибо, приятель.
Входящий вызов. Джин Сан. Ты где? Почему не ответил на звонок? И где ты пропадаешь сейчас? Роуд Кинг, готовьтесь к выходу. Джин Хо. Если хочешь, чтобы я назвал тебя старшим братом, купи мне большую конфету. Я бог, по-твоему? Думаешь, я смогу исполнить все твои желания? Брат. У каждого по штанишкам, у каждого по курточке. Уже начинается? Вот они, вот. Смотрите, их черед. Боже, вот и они. Ух ты, они крутые. Такие красивые! Вклад в швейцарском банке. 12,5 миллиардов вон. Oh,
만지고 싶어도 잡을 수 없는 나 자꾸만 숨이 막혀